Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Мальчук, заступник Миколаївського міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Александр Андреевич, вы у нас не просто заместитель городского головы, но, собственно, человек, который непосредственно курирует вопросы энергоэффективности, энергоаудита и так дальше. Mm-hmm. Большая тема, собственно, так на официальном уровне стартовала достаточно недавно в городе Николаеве. Собственно, вы этим занимаетесь, об этом и поговорим. Есть то, что называется несколько информационных поводов. Например, 19 июня Николаев официально присоединился к инициативе Евросоюза с соглашением мэров, которая касается энергоэффективности зданий вчера, сегодня и завтра. Собственно, что это за инициатива, зачем мы к ней присоединились? Что она дает непосредственно городу Николаеву? Это очень знаковая инициатива Европейского Союза, можно сказать, что это флагманская инициатива в вопросах экологии, энергосбережения и сокращения выбросов СО2 в атмосферу. Она существует уже достаточно давно. По всей Европе к этой инициативе присоединилось порядка 7 тысяч муниципалитетов, которые участвуют в этой программе и берут на себя добровольные обязательства по снижению выбросов СО2. 6 апреля 2017 года городской совет принимал докладчика по этому вопросу в виде национального эксперта Оксаны Кисель. Она рассказала о том, что такое эта инициатива, зачем это нужно. И 19 числа в городе Славутич от имени города, я там присутствовал, мы присоединились официально, подписали это соглашение, и к 2030 году взяли на себя добровольные обязательства по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу в размере 30%. Инициатива важная не только с точки зрения имиджа города Николаева, который впервые на таком высоком уровне присоединился к европейской инициативе. Это открытая дорога, которая сегодня дает возможность доступа к финансовым ресурсам, которые есть в Европейском Союзе. Открыта дорога по планированию и по снижению выбросов СО2. Сегодня впереди у нас, как говорится, долгий путь, но тем не менее цели намечены, к ним нужно идти и нужно разрабатывать их. Возможности часто сопровождаются обязательствами. Безусловно. Собственно, какие обязательства сейчас взял на себя город Николаев? Безусловно. И в этом смысле здесь действительно все очень честно и прозрачно. Потому что, присоединяясь к этой инициативе, мы взяли на себя обязательство снизить выбросы СО2 в рамках города на 30%. Это до 2030 года. До 2030 года. Но есть же и более узкий, более, вот, собственно, план, да, обязательства уже на ближайшую. Каким способом это достигается? Это достигается путем создания базового кадастра выбросов, который мы сегодня создаем, и плана действий по устойчивому энергетическому развитию, который также сегодня составляется, и я надеюсь, в ближайшее время будет репрезентован для рассмотрения и общественности, и депутатскому корпусу. Что такое этот план? Это набор действий по разделам, к примеру, там несколько разделов, но мы останавливаемся на таких, как энергосохранение, общественный транспорт, полигон твердых бытовых отходов, уличное освещение и изменение климата, которые, как ни крути, мы живем в условиях, когда климат достаточно быстро меняется. И сегодня не учитывать эти условия нельзя для того, чтобы прогнозировать свое развитие и свои выбросы СО2. А СО2 является универсальным таким мерилом производственных процессов, которые происходят в городе, не только там по выхлопам, допустим, да, угарных газов или выхлопных газов от транспорта, но и процесс и производства любого промышленного предприятия выделяется СО2. Поэтому процесс контроля, во-первых, сначала процесс исполнения кадастра, то есть понимание, на каком свете мы сегодня находимся, определение базового года, который мы берем за основу, и расчетная модель, по которой мы сокращаем тем или иным способом, внедряя энергоэффективные технологии, потребляя меньше энергии, утепляя наши дома, детские сады, больницы, школы, тем самым мы будем сокращать эти выбросы, и я думаю, к 2030 году город Николаев выполнит эти обязательства, и мы станем намного экологичнее. Вопрос не специалиста, а просто вот рядового николаевца. Мой вопрос рядового николаевца. Так складывается впечатление, что промышленных выбросов значительно меньше, потому что, собственно, промышленное производство значительно сократилось в городе Николаеве. А основное количество выбросов дает нам, извините, транзитный и нетранзитный транспорт, который оборудован двигателями внутреннего сгорания. И в этом смысле, как город может влиять,
ну, учитывая, скажем, коллизию эту многолетнюю с объездным мостом, вот с этими всеми. Это все звенья одной цепи, и, безусловно, когда вы говорите как обыватель, вам, ну, первое, что приходит на ум, это выбросы, которые происходят от общественного транспорта. Безусловно, это вторые по... вообще от транспорта. По результату. Огромный поток которого идет через город Николаев. Абсолютно правильно. Да. Но я вам хотел, уже говорил, и еще раз хочу сказать, что... мера СО2, она является универсальной в процессе производства, ну, практически там, всего, что производится сегодня в цивилизованном мире. Поэтому сокращение этой меры можно рассчитывать как по транспорту, так и по производству, так и по потребленной энергии. Ведь для производства 1 киловатта энергии также происходят некоторые процессы сжигания там, природного топлива ископаемого, либо другие разные способы. Поэтому чем больше будет альтернативной энергетики, чем меньше мы будем потреблять этих гигакалорий, либо киловатт-часов, тем меньше СО2 в принципе будет образовываться у нас в городе. Означает ли присоединение к вот этой международной инициативе, ну, не знаю, какую-то более простую процедуру получения финансирования под реализацию проектов, которые, собственно, вот это могут быть реализованы? Утверждение документа, который называется «План действий по устойчивому энергетическому развитию», является, ну, своеобразным пропуском в этот финансовый мир, потому что, ну, все, что до этого было, ну, во-первых, ну, скажем прямо, никаких таких явных результатов пока мы еще не получили в вопросах софинансирования каких-то высоких там технологических проектов со стороны Всемирного банка, там, Европейского союза. А почему это произошло? Потому что мы сами для себя не могли до этого момента ответить, на каком свете мы находимся, какие у нас на сегодняшний день есть выбросы, к чему мы стремимся, каким способом мы будем эти проблемы решать. Когда этот документ родится и утвердится сессией городского совета, мы станем понятны не только сами для себя, мы станем понятны всему мировому сообществу, который будет говорить, и что такое план действий по устойчивому развитию. Это фактически стратегии развития города, о которой много говорят, но которой до сих пор нет. То есть вот этот план, он может быть составной частью этой стратегии, и во многом мы понимаем, что сегодня вопросы производства энергии, вопросы потребления энергии, они не могут стоять в стороне вообще, в принципе, в сфере разработки стратегии развития города. Мы не можем развиваться, не учитывая, сколько мы потребляем энергии, сколько можем потребить и сколько нам придется за это заплатить. Потому что энергоресурсы сегодня дорогие, я думаю, сегодня об этом все уже знают. Для того, чтобы грамотно планировать, вот этот план, он должен появиться в ближайшее время, и он станет пропуском, допуску к вот этим ресурсам финансовым. В Украине какие еще областные центры? Может быть, даже и не областные, районные? Даже районные, да. В Украине это очень распространено, порядка там 135 подписантов, в том числе наш сосед город Херсон, в том числе Вознесенск в области, Первомайск, Баштанка, это те города, которые уже присоединились также к этой инициативе. В данный момент они тоже разрабатывают вот такой базовый кадастр выбросов и план действий по устойчивому развитию. Вот. А в принципе, в украинские города там, областных центров имеют очень позитивный опыт, такие как там, Винница, Львов. Там. Это города, которые уже давно присоединились к этой инициативе, и, ну, каждый житель, который бывал в этих городах, может видеть разницу в том, как было в городе до этого плана и как поменялась жизнь горожан после. Прочитали о том, что заместитель городского головы Александр Амельчук выступил с инициативой установки зарядных станций для электромобилей возле здания горсовета. Давайте подробнее, потому что, ну, собственно, такие яркие вот эти ниссанчики, мы-то их видим по городу, их так визуально количество увеличивается. К тому же есть даже одна такая достаточно дорогая Тесла в городе Николаеве. Вот это вот инициатива. Как, кстати, сегодня эти автомобили заряжаются? Где они? У себя в гараже где-то подключены? Ну, я думаю, собственники этих автомобилей, наверное, используют зарядные установки, которые находятся либо в гараже, либо на стоянках, либо еще каким-то способом, потому что, к сожалению, на сегодняшний день в городе Николаеве есть всего лишь одна зарядная станция, где это можно сделать. Она находится возле отделения Укргазбанка по улице Адмиральской, пересечении с улицей Декабристов. Хотя на сегодняшний день, вы правы, в городе появляются эти автомобили, технологии не стоят на месте, люди понимают, что это очень экономично, плюс соотношение цена-качество делают возможным потратить на 150 километров городского пробега примерно 30-35 гривен, зарядив это дома от обыкновенной розетки. Да? Но, тем не менее, использование, несмотря на такой достаточно, ну, приличный километраж в рамках Николаева,
Все равно универсальность использования данных транспортных средств, она под вопросом, потому что если вдруг где-то батарея подсела, инфраструктуры для зарядки нет. Поэтому, будучи в Киеве, будучи в Одессе, я посмотрел, как развиваются в этом направлении города, и я подумал, ну почему Николаев должен отставать в этом вопросе. Мы планируем вот такое, развивать такое направление в виде коммунального предприятия, существующего уже в городе, которое в ближайшее время рассчитает сметную стоимость вот такого вложения. И я думаю, что в городе Николаеве должно появиться, ну, как минимум 5 таких установок, расположенных... Коммунальных. Да, коммунальных, абсолютно, расположенных возле административных, скажем так, в административных границах нашего города, то есть, грубо говоря, 4 района плюс горосполком, для того, чтобы жители этих районов, кто где проживает, могли получить вот такую услугу. Причем использование данного, ну, скажем так, агрегата, да, то есть оно возможно как на коммерческой основе, так и на основе там, использования каких-то вот таких пропускных карточек, которые могут распространяться в качестве поощрения данного вида транспорта. Ведь никто не будет спорить, что то есть машина, электромашина, она является абсолютно чистым источником передвижения, такая электротяга, и, собственно, сокращая выбросы CO2 при использовании, то есть это очевидный процесс в данном случае. Надеемся, что... Ну и учитывая то, что на самом деле семимильными шагами идет прогресс, и как это все, собственно, то, что называется в цивилизованном мире, быстро развивается. Очень быстро развивается, и городская власть не должна стоять в стороне этих процессов, а должна инициировать и стимулировать такие процессы. Я считаю, что установка вот таких вот станций от города, это будет очень хорошее стимулирование для того, чтобы количество электрокаров в городе увеличилось. Тема, которую мы, собственно, и ранее уже обсуждали, ну и, собственно, теперь в развитии, хотел бы поговорить о ней в городе Николаеве. Сессия Николаевского городского совета, которая прошла у нас в конце мая, внеочередная, там перераспределила достаточно серьезную сумму средств городского бюджета, и в том числе значительные средства выделены на департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Сейчас из открытых источников мы видим, что, собственно, эти средства будут потрачены, значительная их часть, львиная доля будет потрачена на термосанацию социальных объектов в городе Николаеве, 8 детских садов, 12 школ общеобразовательных во всех районах. Я так посмотрел, собственно, абсолютно все районы. По какому принципу отбирались эти заведения? Потому что, как говорится, по принципу престижности точно нет. Я вот так для себя определил. Нет, мы, безусловно, не ставили во главу угла престижность, там, либо еще какие-то параметры. Здесь просто вот чистая математика, основанная на сборе информации об энергопотреблении. Конечно, ситуация с социальными объектами в городе печальна. На самом деле, практически любой детский сад, либо школа является тем объектом потенциальным, который нужно энергомодернизировать не завтра, а уже сегодня или еще вчера. И сегодня получается так, что, несмотря на то, что достаточно большие финансовые ресурсы зарезервированы были депутатами в прошлом году для работы департамента, однако все равно этих средств не хватит для того, чтобы очень оперативно решить эту проблему. Соответственно, мы будем думать, какие механизмы создавать, привлекая сюда и по ЭСКО-контрактам потенциальных инвесторов, и инвесторов, которые также могут помочь на грантовых основах, на льготных кредитах, допустим, таких как структур, как ЕБРР, для того, чтобы мы по максимуму диверсифицировали финансовые потоки в этом вопросе и как можно больше объектов в ближайшее время появилось уже энергомодернизированными. Потому что детские сады либо потребляют очень много и тогда являются неэнергоэффективными, либо ну, просто откровенно мерзнут, потому что через окна, через стены тепло просто выходит и зачастую температура самого теплоносителя, она является недостаточной для того, чтобы обогреть. Вот. Учитывая то, что финансовый ресурс как бы есть, говорю как бы, потому что на сегодняшний день департамент не стал еще распорядителем, и я хотел бы здесь, пользуясь возможностью вашей программы, поблагодарить сотрудников департамента за их патриотизм, за их вот волонтерские начала, хорошие волонтерские начала, на которых они работают вот уже полтора месяца. То есть на сегодняшний день, к сожалению, денег на зарплаты еще сотрудникам нет. Я надеюсь, в июле они уже появятся, и те люди, которые сегодня самоотверженно трудятся для того, чтобы в ближайшее время наш город был энергоэффективным, ну, смогут получить как минимум заработную плату за свою работу. Я сегодня... прошу прощения, тут важный момент. Тут вы коснулись такой важной темы. Вопрос не только в и не только в зарплате людей, которые выполняют ту функцию, но
означает ли это, что и вопрос непосредственно производства работ тоже вот таким вот образом пока... Да, вы правильно уловили... Нет, тут, ну, да, извините. Эту тенденцию. А учитывая еще сложности тендерных процедур, вот эту всю историю... Сложности в работе есть, я об этом уже неоднократно заявлял в средствах массовой информации. Однако я просто хотел сказать, что, ну, в принципе, поднимать новое направление в городе – это достаточно проблемно. Бюрократические преграды, они стоят ведь не только перед бизнесом, они также само стоят перед любым новым направлением, которое хочется развивать в рамках города в виде какого-то там департамента, управления, либо отдела. Мы с этим... Ну, героически справляемся. То есть сотрудники, конечно, самоотверженно работают. И сегодня для того, чтобы департамент заработал, созданы все условия. Были проведены правильные процедуры, принята программа, были направлены в проработанные объекты, была собрана аналитика, выделены суммы и даже ведутся предпроектные работы в виде энергоаудитов, которые были проведены еще в холодное время нашего 2017 года. Сегодня проводятся переговоры по предварительным предпроектным работам по тем объектам, которые выбраны. То есть мы делаем все для того, чтобы не терять время, понимая, что впереди у нас сложные тендерные процедуры, понимая, что впереди у нас вопросы экспертизы проектов, которые также занимают определенное время, и хотим мы того или не хотим, 1,5-2 месяца на это уйдет, потому что так построено наше законодательство. Нельзя просто взять из бюджета деньги и потратить их так, как тебе хочется. То есть есть много условностей, которые связаны с бюджетной процедурой. И это все проходит. Но еще раз хочу сказать, что департамент делает все возможное, чтобы вот это время, которое было использовано не просто в виде там ожидания, а для работы. И сегодня я хотел бы сказать им огромное спасибо и директору департамента, и сотрудникам, которые работают в департаменте. Это очень самоотверженные люди, которые делают все для того, чтобы в Николаеве к концу года появились объекты по энергомодернизации. В Николаеве пройдет форум энергоэффективности и альтернативной энергетики. Про эффективность, собственно, пройдет уже вот пятницу-субботу, ближайшую, в центре города на улице Соборной. Большое мероприятие, такое очень публичное. Я так понимаю, что вы ждете массового николаевца, которые смогут, да, прийти и познакомиться, то, что называется, потрогать руками, послушать, увидеть, как это работает. Да, я хотел бы проанонсировать действительно это. Это очень интересное, как мне кажется, мероприятие. Во-первых, оно будет проходить впервые в городе, впервые на главной площади нашего города. То есть мы, когда мы говорим, что город взял в качестве основного себе, одним из основных направлений развития это вопросы энергоэффективности и энергетики, то вот эта выставка – это доказательство, потому что впервые на главной площади будет участвовать порядка 25 организаций разного направления и представлять всю продукцию и технические решения, которые связаны с вопросами энергосохранения и энергоэффективности. Уже сегодня на центральной площади монтируется солнечный трекер, который будет центральным как бы экспонатом этой выставки. Я хочу сказать, что это не просто будет выставка решений, там будут присутствовать тепловые насосы, котлы, там будут присутствовать солнечная энергетика, ветровая энергетика, будут рассказывать, каким образом должен выглядеть вот этот утепляющий пирог в виде базальтовой ваты и всего остального армирующего состава, который должен присутствовать в вопросах утепления. Будут говорить о том, что не только, ну, вернее, не столько даже, а латочное утепление не решает проблему энергомодернизации и сохранения тепла. То есть многие вопросы для горожан будут открыты. Будет работать не просто выставка, будет работать зона, в которой будут проходить экспертные дискуссии по разным направлениям, по бюджетному наполнению данного вопроса, по ОСББ, как работать с теплыми кредитами, по вопросу сотрудничества с международными организациями будут представители НЭФКО, USAID, которые также будут рассказывать. Поэтому мероприятие будет очень знаковое, очень интересное. В конце первого дня будет работать открытый кинотеатр, где будут демонстрироваться фильмы о достижениях в вопросах энергоэффективности европейских стран, а также украинский опыт уже более успешных городов, которые давно идут по этому пути и которым есть что показать и рассказать, сколько сэкономленных ресурсов получается после того, как проводятся работы по энергомодернизации. Поэтому мы приглашаем, конечно, всех горожан поучаствовать в этой выставке в качестве гостей, в качестве экспертов, в качестве слушателей. Я вот, собственно, ждете на самом деле кого? Представителей юридических лиц, там, предприятий, ОСББ, либо рядовые граждане, физические, там, жители частного сектора, например, тоже найдут для себя что-то? Абсолютно правильно. Мы подобрали экспонаты и вот технические
технические решения таким образом, чтобы каждый житель Николаева, будь то он житель частного сектора, многоэтажки, либо сотрудник какого-нибудь детского сада, школы, больницы, мог увидеть, какие технические решения есть сегодня в вопросах энергетики. Ведь анализируя многие системы отопления, которые работали или работают сейчас в заведениях, мы видим, что системы либо спроектированы неправильно, либо отжили уже и отработали тот ресурс, который им надобился. И, допустим, такой вопрос, как применение тепловых насосов, которые решают вопрос отопления высоких помещений, таких как спортзалы в школах, он намного эффективнее отапливает помещение меньше всего использует ресурсов для того, чтобы отопить такой зал, чем, допустим, обычная система отопления, которая в виде радиаторов. И вот там таких вопросов будет очень много. Будет работающий котел. То есть мы пригласили участвовать не только киевский бизнес, мы пригласили николаевский бизнес, в частности, компанию, которая сегодня в городе Николаеве устанавливает котлы на альтернативном топливе, которая покажет, как это работает, покажет примеры, где это уже установлено, можно приехать посмотреть, задать вопросы, оценить плюсы и минусы этого всего. Мы делаем это для того, чтобы показать всем николаевцам, абсолютно всем, что вопросы энергоэффективности – это не просто популярное сегодня направление, это очень важное стратегическое направление для города, которым нужно заниматься, уделять этому вниманию, ну и, безусловно, разбираться хотя бы в элементарных процессах и решениях, которые сегодня существуют. Знать, что такое тепловой насос, знать, что такое котел, знать, что такое альтернативная энергетика, будь то солнечная, ветровая, либо еще какая-либо, и посмотреть, как это все работает. Все это можно будет сделать в пятницу и в субботу на центральной площади нашего города, поэтому всех просим. С удовольствием будем там обо всем рассказывать. Может быть, небольшое уточнение. Я правильно понимаю, что на сайте Николаевского городского совета есть подробный, собственно, перечень мероприятий, расписанный по времени. На сайте городского совета. Наши зрители могут зайти на сайт, посмотреть, может быть, что-то конкретно заинтересует человека, и к этому времени он может подходить. На сайте горсовета есть программа, где выписаны целевые аудитории и экспертные дискуссии, темы экспертных дискуссий. Я один из докладчиков в одной из дискуссий. Будут другие докладчики, которые будут по своему направлению говорить. Поэтому, я же говорю, милости просим всех, будем рады видеть. Ну и есть еще одна такая темка, которую хотелось бы обсудить, а именно... Верховная Рада Украины проголосовала закон о фонде энергоэффективности. Я так обратил внимание, собственно, в средствах массовой информации это решение Верховной Рады, которое, еще в силу пока не вступило, ждем подписи руководителя Верховной Рады, руководителя президента, но то, что называется, некий там семафор зеленый открывается. Я обратил внимание, что, собственно, заметки о фонде энергоэффективности, они так сопровождаются либо заголовками, либо подзаголовками в украинских средствах массовой информации о том, что нас ждет такая очень непростая зима. И, в общем, достаточно дорого. Дорогим будет удовольствие находиться в теплом отапливаемом помещении. И все это нам подается в привязке к фонду энергоэффективности. Что это за фонд? За что хотя бы в каких-то прикидках проголосовала Верховная Рада, как это будет работать? Я тоже отслеживал эту информацию, и она была давно, и витала в информационном пространстве, что должны были еще в апреле принимать, потом что-то там не получилось, и наконец-то проголосовали этот закон. Поэтому, так как подают эту информацию, можно понимать, что это будет определенное решение, которое поможет избежать этих проблем, о которых говорят в начале этих статей, что нас ждет большие тарифы, там суровые зимы и проблемы там с отоплением. На самом деле... Действительно, я могу сказать о том, что такой институт очень важен в государстве, потому что фонд энергоэффективности будет создан как механизм привлечения дополнительных финансовых ресурсов, всевозможных абсолютно, с разных источников, для решения вопросов энергоэффективности в стране. Поэтому, когда создавался департамент, когда депутаты Николаевского городского совета голосовали о утверждении программы и создании департамента, был также проголосован вопрос о создании фонда энергоэффективности города Николаева. Этот финансовый инструмент сегодня готов, и город Николаев — это один из тех городов, который, заранее понимая, что эти процессы будут развиваться таким образом, подготовился к этой ситуации. Сегодня мы всячески готовы сотрудничать с будущим фондом после того, как подпишет президент закон и он вступит в силу, фонд начнет активно работать и дополнительно создаст нам возможности сотрудничать и получать финансовые ресурсы для реализации программы по утеплению, в том числе жилого сектора, в том числе бюджетного сектора и все остальное. Я хочу сказать, что
принципе, где-то он перекликается с фондом Держэнергоэффективности, с этой программой «Теплые кредиты», да, о котором мы уже неоднократно в вашей студии говорили. После проведенных семинаров, разъяснений мы отмечаем сейчас от государственных банков информацию о том, что ОСМД, представители ОСМД очень активно заинтересовались, готовят уже несколько вариантов по внедрению энергомодернизационных мероприятий. Мы это приветствуем. И вот тот фонд, из которого получалась государственная компенсация, а он составлял 432 миллиона гривен, был израсходован в рамках государства за первые 5 месяцев 2017 года. То есть так активно люди и ОСМД всей Украины пользовались этой программой, что 432 миллиона израсходовали. Сегодня были добавлены деньги в фонд Держэнергоэффективности, и открывается новый фонд, который также, я думаю, не останется в стороне этих процессов, тем самым увеличивая ресурсы для реализации этих программ. Нужно просто активно, как говорится, пользоваться, интересоваться. И если люди уже решаются на энергомодернизационные мероприятия, то есть всего лишь два выхода. Либо делать это за свой счет, либо воспользоваться государственной программой, которая позволит сделать это намного дешевле, получая систему компенсации как от государственной власти, так и от местной власти, получая систему компенсации и внедряя мероприятия, но гораздо меньшей ценой. А эффект экономии останется тот же самый. Но в любом случае можно говорить о том, что мы находимся, буквально находимся на старте только такого очень непростого, да, пути, который нам всем придется пройти. Безусловно. Выхода другого нет. Так случилось, что, знаете, самые главные механизмы кнут и пряник, получается так, что методом... Сама жизнь заставляет становиться вот, и делать все вот эти вот процессы, инициировать создание департаментов, работать над программами утепления, потому что мы понимаем, что это те ресурсы, которые мы сэкономим, и дальше эти финансовые ресурсы могут пойти там, на строительство новых детских садов, которых сегодня в городе не хватает, на строительство там, дорог, на строительство каких-то социально важных объектов в городе, и вообще на решение проблем горожан. Потому что просто оплачивать счета монополистам не очень интересно, потому что эти деньги уходят, просто проедаются. Олександр Амельчук, заступник Миколаївського міського голови, будь нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, найкращих успіхів вам. Дякую. До бачення.